рукой. Встреча в рамках первенства по бильярду среди юных спортсменов проводится уже в третий раз. В турнире соревновались 69 участников, которые приехали с 8 разных регионов. За честь Оренбуржья выступало 34 спортсмена. Владимир Рыбников в финале занял 2-е место. Эти соревнования на них более сложно играть, более сильные спортсмены приезжают, более масштабно все организовано. По словам тренеров, это первое соревнование для воспитанников после длительного перерыва из-за пандемии. Они считают, что, несмотря на это, дети не должны терять дисциплины, что составляет основу их особой методики обучения бильярдному спорту. Ее разработал наш земляк, профессиональный бильярдист Константин Крюков. Упражнение просто: 10 ударов сделал, результат. С 10-8 забил, значит, упражнение сегодня ты сделал это. Переходишь на следующее упражнение. Юный спортсмен Сергей Соловьев приехал на чемпионат из Волгограда. Он занимается бильярдом 2,5 года и уже может похвалиться результатами в спорте. В прошлом году в Оренбурге он занял 2-е место, а в этом году уже стал победителем. Доволен то, что вошел в полуфинал. Я тренировался к этому турниру очень много. Я старался. В соревнованиях участвовали и девушки. Виктория Макеева из Оренбурга заняла 1-е место среди юниорок 13-16 лет. Среди парней в этом же возрастном диапазоне победу одержал Сергей Синецкий из Пензы. София Горшенина из Оренбурга тоже взяла триумф. Уже в скором будущем участников ожидают и областные соревнования. Их организация пока под вопросом. Ванесса Петерс, Юлия Тишевская, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.